Когда Бог женщину придумал для Адама, то даже черт сказал, что баба хороша. Но, Боже мой, сказал он Богу, скажем прямо, а где у бабы, извиняюсь, и душа? И Бог совета этого послушал, хотя ему на бабью душу было наплевать. Решил и Бог принципиально сделать душу, чтоб не советовали в Бога душу мать. Он притащил котел для этой цели, налил воды туда, чего-то покрошил, и стал варить в котле таинственное зелье для женской, извиняюсь, и души. Возможно, опыт бы и получился, варилось правильно, но дело-то все в том, что Бог куда-то на минуту отлучился, а черт возьми, да помешай в котле хвостом.